Всем привет, друзья, с вами Варчик. У нас начинается марафон в воскресенье 15 числа на танчик. Ну и помимо танка куча всяких призов будет. Ну, главный приз — прем-танк 8 уровня, немецкий тяжелый ВК-168-01. Он будет самый дорогой, толстый, большой и с велосипедом на голове. Итак, что я вам хочу сказать. Как обычно, в преддверии какого-нибудь такого крупного события в игре, некоторые водомесы пытаются высрать какое-то свое творение неимоверное, которое просто не несет в себе никакого ни познавательного, ни развлекательного контента. Просто это какой-нибудь высер с названием для набора просмотров и зарабатывания денежек, и чтобы впихнуть туда очередную свою рекламу. Все это, конечно, прикольно, но смысла в этом никакого нет. И я вообще уже давно заметил, что им лишь бы сделать видосик. То есть они, наверное, забыли вообще, для чего вододелы, от чего это пошло и для чего они нужны. Вододелы — это люди, которые ведут за собой людей не просто так, лишь бы куда-нибудь высирая говноконтент, ведут за собой людей, попутно снабжая их либо развлечением, либо какой-нибудь пользой информативной, обучением всяким фишкам в игре, повышением скилла или всего вместе. Но что я вижу за последнее время, во что превратились наши водомесы? Один клепает какие-то свои умопомрачительные, нелогичные тактики, которые портят все бои и мешают людям развиваться в плане скилла в игре. Другой высирает видосики каждый день лишь бы о чем-нибудь. Третий просто там лишь бы повизжать. И поменьше вододелы тоже пытаются лишь бы что-нибудь высрать каждый день, чтобы сунуть туда свою рекламку. Ну и вообще, самый пик дебилизма, когда вот такие вот марафоны начинаются. И давай все какую-то картинку найдут в интернете. И под реплей, давай ее крутить. Ой, марафон будет на этот танчик. Какой он классный, он такой, он сякой. Я картинку на него нашел. Ты на нем играл? Откуда ты знаешь, что на марафоне этот танк будут раздавать? Тебе официально в ЭГЭ это сказали? Ты можешь это подтвердить? Зачем водомесы каждый день высирают неподтвержденное херпомешо? Не информативное, не полезное, не развивающее. Оно даже не развлекает. Это просто открывание рта под картинку на реплее. Все. Для чего, я не понимаю. Я просто возмущен. После того, как кто-то где-то выстрелит какой-нибудь очередной видосик, ты сидишь, стримишь картошечку, потеешь в боях, в которых одни дебилы творят полную дичь, потому что насмотрелись одного водомеса, который вообще там такую ахинею по тактике несет, что ты ее никуда натянуть не можешь. Приходит другой зритель и начинает тебе писать: а ты видел, там картинку покрутили на экранчике, маляфончик будет. А ты видел то, а ты видел это, а там у того водомесика сё-то там такое. Мне все равно. Я не понимаю, зачем вы тратите на них свое время. Вы, наверное, тоже причастны к тому, что вододелы делают такой кал. Если бы вы не смотрели это дерьмо, они бы не выпускали это дерьмо. На Ютубе тоже забыли, что нужно смотреть качественные видео того направления, которое вас интересует. Чем больше смотришь дерьмо, тем больше у людей, которые это дерьмо делают, есть желание продолжать, поскольку это дерьмо поддерживается. Не сильно есть желание делать какие-нибудь видео, над которыми ты потеешь неделю или две, или хотя бы несколько дней. Легче сделать видос за полчаса и покрутить картинку на реплее и ртом что-то поговорить. Ой, какое ВЛД у этого танка, цифелька пишет, что 120. И что, что у ВЛД 120 цифелька написано? Все, ты про этот танк гайд теперь будешь делать? Ты циферку 120 увидел? Эти видосы можно раз в полчаса высирать, как с пулемета. Придумывать хайповые названия, и все готово. В общем, будем принимать участие в этом марафоне. Посмотрим, что оно такое. Там каждый день будет меняться задание. Ну, я постараюсь это постримить. Если оно мне не зайдет, я не буду в этом принимать участие. Если мне понравится, я буду. Я делаю всегда так.
Я не принимаю участие в том, что мне не нравится. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.